Розкажіть, будь ласка, чи надавали ви допомогу в якості пособника солдату Збройних сил Російської Федерації? Не дай вода, Олексій Олексійович. Да, я прятал у себя, не дай воду Алексея Алексеевича, но прятал от русских и ждал, пока придет СБУ, и сдать его СБУ. Что было сделано? Скажи, будь ласка, чи говорили ви односельчанам та Збройним силам України, коли відбувалось визволення з тимчасово окупованої території 7 травня та по теперішній час, про те, що не дай вода, який є солдатом Збройних сил Російської Федерації, який здійснював дії, пов'язані з агресією на території України та брав участь у бойових діях на території України за свого сина. Які бойові дії, в яких бойових діях він участвував, я не знаю. Видавати, да, тому що можна було як-то від російських спрятати його. А от української? Української ждали СБУ. Так, так було визволення і... Ну, визволення я ж вже об'яснив. Якщо б зайшли, коли зайшли воєнні, вони б і мене вместе з ним рядом в лісу прикопали. Це війна. Скажіть, будь ласка, а чим ви допомагали солдату Збройних сил РФ? Едой и одеждой. И выдавала его за своего сына, правда? Ну да, по-другому не получалось, иначе бы пришли русские, если бы узнали, что он там. И тогда бы вы выжгли всю деревню. Скажите, будь ласка. Вот такие дела. Скажите. Вы же сами видели, что было в Буче. Скажите, а чи допомагали вы іншим військовим формуванням та Збройним силам РФ у період окупації? Період окупації я не... Селища Шестакова. Період окупації селища Шестакова я не допомагав російським військам і не надавав їм ніякої допомоги. А інші дії пов'язані з пособництвом? І ніяких дій, пов'язаних з пособництвом, я не проводив. Фамилия, имя, отчество? Недовода Алексей Алексеевич. Полная дата вашего рождения? 26.03.2003. Где вы родились? В первом работе в Ростовской области. Где вы проживаете? В Крыму. Джанковский район, село Нижнее Отрожье, улица Ленина, 25. Где вы служите? В России, Выборгский район, Каменка. Поселок Камен. Ваша должность? Рядовой, наводчик танк. Звание рядового? Звание рядового. Скажите, пожалуйста, как вы очутились в Шестакова? Харьковская область, Волчанский район. Бежал с танка. Вышел на мирных жителей. Как вы на территории Украины вообще очутились здесь? Мы ехали через Белгород. Через какое село? Мы какое-то село проезжали. Остановились на фермах. Вы принимали участие в специальной военной операции? На территории Украины? В каком смысле? В боевых действиях принимали участие? В боевых действиях? Нет. Скажите, как вы, знакомый вам человек по фамилии Парафонов Сергей? Когда я пришел к ним, да, я у него жил, был, ну, не был знаком. Когда это было? Да. Месяц. Я не помню, месяц, март вроде, апрель. Я так точно не помню. Телефон заряжен был.
не помню, да, там. Он видел, что вы находитесь в воинской форме, с оружием, являетесь рядовым армии Российской Федерации. Он видел. Я рассказал. Он вам предложил жить у него? Не он предложил, а другие. Там были еще люди, они уехали в Харьков. Они предложили, хочешь остаться? Переодевайся и оставайся. Как гражданский человек, правильно я так понимаю? Да, как гражданский. Я отдал автомат, военную форму отдал. И остался у них жить. У кого у них? У Серёги не остался жить. Жил больше месяца. Как он вас представлял другим жителям Шестакова? Как сын. Какое у вас имя там было? Алексей также? Да, Алексей. Он вас кормил? Да, кормил. Вы помогали по хозяйству, Сергей? Помогал. Сергей говорил вам о том, что вам нужно сдаться в плен? Нет, не говорил. Сергей сообщал, говорил о том, что сообщит уполномоченным лицам по поводу пребывания у вас? Нет, не говорил. Сергей вам давал гарантии о том, что вы будете у него проживать столько времени, сколько нужно? Да. Да не, он только приходит в себя, когда документы начинают. Пока не закончится. Да? Это война. Господи, вы же прошли уже этот цирк, Серега. Да, потом я должен был уехать. Да. У вас бабушка живет в Кривом Рогу? Да, бабушка. Сергей помогал вам и другим лицам, военнослужащим российской армии? Нет, он только мне помогал. Я один пришел и учил. Скажите, Сергей говорил вам о том, что он сообщит уполномоченным лицам, органам о вашем пребывании? Вы с ним обсуждали этот вопрос? О том, что вам необходимо либо сдаться вооруженным силам Украины, либо сообщить о местонахождении вашем? Скажите, Сергей приверженец войны, который ведет Российская Федерация против Украины? Почему он вас приютил и не сообщил ваше мнение компетентным органам? Пожалел, я молодой, 15 лет. Как Сергей выражался по поводу территориальной целостности Украины? Считал ли он, что правильно, что проходит война? Говорил ли он о том, что скоро придут русские и будет жизнь по-новому? Нет, не говорил.